Привет, Декс. Как тебя втянули в это? Они из JB, из видеоклуба для педиков. Стрёмный тип, конечно. Зато неплохо снимает, и мы будем клёво смотреться. Не облажайся. Я Декс, и 11 лет назад именно я снимал на видео ту самую вечеринку в доме Томаса Кэба. Здорово, народ, это Декс. Я внутри дома Томаса Кэба прячусь под столом. И у меня нет слов, чтобы описать всю ту дичь, которая здесь происходит. В течение следующего года после той самой вечеринки у меня, JB, Томаса и Косты было куча приглашений на лучшие тусовки по всему миру. И наконец я мог осуществить свою мечту и стать режиссером, снимая каждую из них на видео. Но иногда жизнь имеет свойство подкалывать тебя. Прошло 10 лет с той трагичной новости. Мои лучшие друзья просто взяли и исчезли. К 10-летию с момента их исчезновения я хочу сделать что-то грандиозное. Запись. Да, все верно, я еще один пострадавший сосед. Вот дом ублюдков. Молодая красавица, Power FM 106, это ваш новый ухажер, верно? А как же толстяк с вечеринки, вы расстались? Блин, да вы достали, я в тот вечер была пьяна. У нас с ним кроме скромного пальцетрака особо ничего и не было так-то. Я вообще не знаю, что на меня нашло в тот вечер. Мне так-то худые вообще нравятся. Да, у нее ничего не было, вы чё? Это по-любому розыгрыш. Я видел эти кадры. Вот же сука. Мистер Роб, Power FM 106. Пару слов насчет инцидента с ребенком. Разве вы не должны быть за решеткой? Ну господи, пересмотрите пленку. Эти полупокеры выложили все доказательства моей невиновности. Пацанчик сам нарывался. Он ударил меня шокером со спины. Как я должен был поступить, по-вашему? Эта молодежь меня доконает. Следующую такую вечеринку я не переживу, это точно. Я вас уверяю, так и кони двинуть недолго. Нервишки уже пошаливают, я чувствую. Это мой дар. Мое проклятие. Кто я? Я Томас Кап, у меня сегодня днюха. Вы тоже приходите. Меня зовут JP, но друзья обычно называют меня Жирным Боровым или Толстым Кидом. Достали уже. Сегодня в доме Томаса Каба мы организовываем скромный прием в честь дня рождения. Надеюсь, мне обломится хотя бы пальчиковый перепих. На большее и рассчитывать не приходится. И то круто. Hey, yo, what's up, это Коста. Жду вас всех на мега-пупенной вечеринке в доме Томаса Каба в 8 часов. Это будет эпично. Получайте. Вот же фак. Вот так полегче, вот, приятель. Так вот. И тебе тоже достанется именинничек. Ух ты, ух ты, блин. Чуваки, а мы взяли резинку. Смотри, вон она. Эй, парни, я пригласил Алексис, она сказала, что придет. Вот это да. Старик долгонько, нифига себе. Эй, убери эту фигню от моей болеца, чьи-то такое. Я ей, короче, говорю. О, Декс, ты че уже снимаешь? Йоу, гайс, это Коста. Позади меня дом Томаса Каба, если что. Всем бис. Поехали! Уху! Минуточка, запись уже идет. Ребята, смотрите! Опа! Стоп-кадр. Меня зовут Декс, это я. А это разрушенный дом Томаса Каба изнутри. Эксклюзивные материалы, которые не попали в фильм. Вот, кстати, во что превратился райончик. После той бурной ночи. Что ж, ну и переходим к основному. Вернувшись в нашу старую школу, с которой все начиналось, я собираюсь организовать еще одну эпическую вечеринку. У нас есть куча грузовиков с едой, диджей и все самое важное и необходимое, чтобы запомнить эту ночь. Осталось только выяснить главное. Здорово, Оливер! Сколько лет, сколько зим тебя не слышал, не видел. Твою мать, ты что ли живой? Здорово, братан, давно не виделись. Угораешь, что ли? Ну, конечно же, живой. Живее всех живых, только что выспался. А ты чего беспокоишь меня вообще в такую рань? А помнишь, мы устраивали эпическую вечеринку в доме Томаса Каба и засняли все это на видео и сделали из этого фильм?
Ну, конечно, помню. Такое сложно забыть. Так вот, к чему я это? Как насчет того, чтобы повторить? Устроим еще одну эпическую тусовку и заснимем это снова на видео. Что скажешь? Еще одну эпическую тусовку? Не, ну так-то почему бы и нет? Звучит крайне интригующе. Я думаю, что это будет круто. Ну, слушай... Да, но тогда нужно договариваться еще и с Джиби и Томасом. А вот Томас может и не согласиться после предыдущего раза. Привет, Декс. Если честно, от тебя я такого не ожидал, но знаешь, несмотря на весь беспредел, который Коста с Джиби организовали в моем доме, я не сильно-то на них обижаюсь. Я классно провел время, да и много лет уже прошло. Так что скажешь, Томас? Второй эпик пати быть или не быть? Черт возьми, ты еще спрашиваешь. Ну, конечно же, быть, конечно же, да. Отожжем как следует, вспомним былые времена. Я только за. Почему бы и нет? Круто, Томас, круто, спасибо тебе. Это то, что я и хотел услышать. Здоров, Джейби. Остался только ты. Повторим легендарную эпик пати. Ёпрасоте, ребята, я с вами в тот раз вывихнул палец. Капец, Декс, я в тот раз вообще охерел просто. Я в деле. Ну что, пошла жара, мы начали съемки фильма «Проект X2». Посмотрим, что из этого получится. Для эпической вечеринки нам нужны телочки. Я кое-какую нашел себе. Что ж, надо теперь убедить ее сняться в нашем фильме. Привет, я совершенно не знаю, что такое проект X2, но мне сказали, что мне заплатят, и я согласилась. Смотри, значит, схема такая. Ты раздеваешься на камеру и отсасываешь мне. Все довольно просто. Главное, сделай это прям по-настоящему. С эмоциями, чтобы все было по красоте. Что? Да ты извращенец, это точно. Ну, я даже не знаю. Все путем, это даже не мне надо, это чисто для фильма кадры отснять. Я заплачу кругленькую сумму. Ну это уже другой разговор, малыш. Тогда можно что-то и попробовать. Алло? Куда мне подходить, Декс? Твою мать, Никорсе заблудился, что за фигня? Стоп, скажи мне, где ты прямо сейчас находишься? Я в каком-то хостеле. Черт возьми, тут не души, а я хочу писить. Пойду найду кого-нибудь, узнай, где туалет. Стоп, че? Какой хостел? Мы же договаривались встретиться в нашей старой школе в Лос-Анджелесе. Какой к чертовой матери хостел в Вегасе? Че за... Декс, я тебе перезвоню. У меня тут кое-какие проблемки. Мобила утонула, прикинь. Пипец какой-то. Проклятье. После такого грех не закурить. За мобилой пришлось нырять. Да, это я, Коста. И нет, я вроде не в доме Томаса Каба. Я в этом сраном Вегасе. Как я вообще здесь оказался? Впрочем, просто так это Вегасу с рук не сойдет. К черту этот ваш Вегас! Открывайся же быстрей! Это дерьмо я теперь еще долго не забуду. Ну что ж, нужно сматываться. Декс, я уже в пути. Скоро буду на месте. Настало время сваливать. Открывайся же, сволочь! Ну все, до свидос! Что ж, надеюсь, вам понравился концепт-трейлер фильма «Проект X2». Я давно уже хотел сделать что-то подобное, но времени все никак не было. А так как на этой неделе я приболел ковидом, сижу теперь дома и времени просто умотаться. Хочу поблагодарить всех своих корешей за участие в его создании. Один бы я точно не справился. Мы сделали это. Надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите видеть реальное продолжение эпической вечеринки, не стесняйтесь ставить лайки и делиться этим видео с друзьями в социальных сетях. Компания Warner Brothers обязательно отреагирует на наши действия и даст добро на создание фильма.
Надеюсь, я смогу поправиться к этому моменту. Да и в принципе пожелайте мне ближайшего выздоровления. Хочу уже как можно быстрее начать делать какие-нибудь влоги. Я очень хочу записывать влоги. Что ж, спасибо за просмотр. Желаю хорошо провести вам эту неделю. И до встречи.